Ла-л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 а. Это финал проекта «Интервью об интервью», второй сезон, где я, Евгений Вольтов и Леша Набросов собрали для вас самую лучшую подборку из топ-10 интервью, которые, по нашему мнению, самые лучшие. Мнения могут отличаться, поэтому, пожалуйста, а. Подписывайтесь, б. Оставляйте комментарии, ну и желательно, конечно, лайки, мы без них очень скучаем. Надеюсь, вы доели все новогодние салаты уже очень давно, потому что иначе они испортились. И мандарины тоже туда же ушли в топку. А значит, самое время посмотреть на топ-10 заветных лучших интервью ушедшего 22-го года. Да, если салаты не доели, то милости просим, доедайте и смотрите нас. Лёш, ну что ты людей-то пичкаешь всякой отравой? Просто купить что-нибудь вкусненькое и приступайте. 10-е место. Видение – гигантский пропагандистский инструмент. Хорошее настроение населения – это тоже дело государственное. Но это какой-то сталинизм. Потому что политика диктует. Путина вы понимаете сегодня? Это очень страшная история. Кроме тех, кто держит в руках оружие, существует еще огромное количество детей, стариков. Коммунизм, диктатура. Нет, не диктатура. Вы так остро критикуете? Я ничего не критикую. Ну как же нет, Леонид Аркадьевич? Я такой-то, и вот у меня такое мнение. В Ютубе вы не сидите. Ну а что я должен делать? Вести с Милохиным программу «Поле чудес»? Ярослав Бабушкин и... Леонид Аркадьевич Якубович. На самом деле смотрел это интервью последним. И надо сказать, что его, на мой взгляд, вытянул гость. Потому что Ярослав Бабушкин, он такой, знаешь, академичный флегматик по мне. То есть человек, который в целом, в общем, не, мне, если честно, непонятно, как оказался в интервью, хотя очень симпатичный парень, очень вежливый, очень конъюнктурный, но даже он охренел от необычного и непривычного зрителю господина Аркадьевича. Леонид Аркадьевич рассказал об этом, что когда включается камера-мотор, он меняется, он включается, и он абсолютно другой. Тот Леонид Аркадьевич, к которому пришел вот этот Ярослав, и тот Леонид Аркадьевич, который сидел перед ним, это два разных Якубовича. Абсолютно согласен. А еще согласен с тем простым фактом, что он просто уделал интервьюера, потому что это впервые за очень долгое время достаточно четкие ответы и при этом, что называется, уходящие от этого самого ответа. Как он относится к спецоперации, как он относится к падению рекламного рынка, как он относится к тому, что на телевидении происходит застой новых форматов. Ты понял или нет? Он относится ко всему этому адекватно. Окей, ты задаешь мне такие вопросы, но вот, пожалуйста, тебе Константин Львович Эрнст. Это вот, пожалуйста, туда и все вопросы к нему. Я этой информации не располагаю. Я делаю хорошо свою работу. Мне кажется, это все потому, что Бабушкин не достался Эрнст. Все-таки RTVI это такой канал-то крупненький, да. И мне кажется, отказать инфлюенсеру было нельзя. Хотя Якубович может себе позволить любой отказ. Мне очень понравилось, насколько он тонко и, наверное, даже с любовью говорит о своем продукте, я не знаю, как о ребенке. Кто сказал, что я говорил, да, что это изжило? Нет, такого не было. Что касательно этого интервью, я, безусловно, говорю ему «да», поскольку амплуа того дедушки, оно вообще размыто. И тут Леонид Аркадьевич, он другой, он трушный, настоящий и адекватный. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он в конце все-таки по просьбе ругнулся матом и мызнул этому интервьюеру, так сказать, для хайпу. Но вежливый и приятный дедушка советского телевидения, несмотря на категоричность настроений, этого не сделал. Я тоже говорю «да», поднимай мою табличку. Смотреть. Два «да». На люкс, вдруг уходят в масс-маркет. Так должно быть, это по-пацански. Почем шуба от Гуляева? Шубы за 50 тысяч, но она все равно будет модная. Помогали деньги в российском глянце? Конечно. 15 тысяч долларов мы о вас напишем. Да не пошли бы вы нахрен. Алена Блин и Игорь Гуляев. В 2022 году на телеканале Fashion TV участвовали в одном проекте «Модельер» и даже сидели в финале в качестве почетных членов жюри и судили 8 российских дизайнеров. Он очень приятный, он эксцентричный, он никогда не лезет за словом в карман. Ага. И знаешь, то есть вот если ему не нравится, он всегда говорит, я помню его речь, когда он прям хаял конкретно дизайнеров, которые выступали, часть, и говорил о том, что ну ребята, ну сколько можно
нужно смотреть на Запад. Ну попробуйте вы, пожалуйста, сделать что-нибудь самобытное. Здесь он то же самое говорит, причем половину интервью он хаит меховых производителей, которые шьют шубы, ну, собственно, как будто на робота. Ну, потому что они шьют какое-то... Причем Алена в этот момент вот пыталась, так сказать, заэкошубить его. И имена спросить. То есть она выводила его, типа, ну, а скажи, кто не так делает? Ну, скажи, а кто вот, по твоему мнению, чего-то там... Неужели бы вот тебе было неинтересно узнать, а кто это тот счастливый обладатель шубы из горностая? Опа, горностай! За 200 тысяч евро от Гуляева. Нет, мне интересно, как заработать 200 тысяч евро. Тоже верно. Альфа, верни меня. Мне очень понравились звездные истории. У Гуляева их навалом. Много, да. И с Пугачевой-то он работал. И с Уитни Хьюстон какая замечательная история. Ну, вообще у нас очень мало дизайнеров, которые успели поработать с такими мэтрами. А кто еще запомнилось из этого интервью? Мне очень понравилось вообще в целом, общем, его понимание семейных ценностей. Я вот был удивлен, что у него в 22 года появился ребенок, и ребенок практически мой ровесник. Скажи о своем сыне, взрослом, 31 год ему. Где он? В России? Он в России, здесь. Он у меня возглавляет международный отдел Министерства труда. Ого! Он у меня очень серьезный человек, он уже в ООН был 2 раза. Он невероятно талантливый, я им очень горжусь. Удивлен вообще, что ему 53 года, и что он из поселка, где-то из-под Казахстана, то есть он человек, который сделал себя, вылепил сам, то есть он всегда хотел переехать в Москву, и захотел и сделал. Висела Пугачева, понимаешь, в джинсовой куртке у него на стене. Смотрел он на нее, и звала она его, и манила она его в Москву, и доманила. Там нет Пугачевой, там шторы. Я метафорически, у меня хорошее воображение. Ну, тогда я понял. А у тебя перегорают нейронные связи. Давай-ка срочно восстанавливай их путем повторного просмотра Гуляева. Я говорю этому интервью «да». Я говорю этому интервью тоже «да», поскольку, ну, реально классно слушать человека, который вылепил себя самостоятельно. И тут как раз будет клевый пример тем, кто почему-то сомневается в себе, как, например, это делал я последние 12 лет. Делайте, дерзайте и берите как пример. А еще же головы очень идут прямые волосы. Да? Да. Да. Вот кто запустил котиков в интернет! Мы нашли этого человека! Завершу. За 2013 год я билетов на фильмы в своем переводе продал на 120 миллионов рублей. Во-первых, вы там опередили Дудя. Это сплошная ирония, сарказм и глумеж над всякой идиотией. Как какой-нибудь гражданин Галкин, который там собирает тысячные залы, а вот теперь ты в Тель-Авиве. Вам кажется, это успешная дорога, авторитаризм? Российская власть, она всегда абсолютно непредсказуема и предельно жестока. Юлия Меньшова позвала себе того, кто всех малолетних называет... дебилами. Гоблин. Который озвучивал GTA, например. Что еще запомнилось тебе из его карьеры? «Ночной базар». Молодец. То есть это «Ночной дозор», только в переводе Дмитрия Пучкова. Абсолютно верно. И вот Пучков, он настолько же харизматичный, как Александр Гордон на Первом канале. Поговорили они, мне кажется, за 2 часа довольно про все. А что случилось на этой неделе? 2 часа интервью абсолютно у всех вышли. Дудь, Меньшова, Джугель, я даже постаралась там выйти к 2:40. А политическая позиция у Пучкова тоже активно проявлена в этой, собственно, программе. Так что Меньшова, смеясь аккуратненько, по-меньшовски, так как она умеет, начала произносить слово... Операция? Для того, чтобы иметь мнение на какую-нибудь политическую или социальную ситуацию, любую ситуацию, связанную с большим глобальным сообществом, необходимо уметь искать информацию. Ребят, то есть заходишь в Google, проверяешь, что было, почему. Вот, например, пример с Палестиной и дружбой России. Объяснил очень доступно. А вот малолетний дебил из его окружения обиделся. Ну, есть такое. Но главное, когда ты получаешь доступ к информации, главное еще не просто ее прочитать, а осмыслить и подумать. И вот как только осмысление приходит, потом ты подумал, тогда вываливать информацию. Вот об этом он и говорил. Ностальгируйте, друзья, по GTA и интеллектуализируйтесь вместе Тони. С Пучковым. Юленька, ну, вы прекрасны. Как вам зеленый идет? Как будто все обо мне рассказываешь. Да. Мне сделали предложение.
А сколько тебе мужей было? Она меня намного младше. А что тебя там смутило? Ну, я в одном лифчике сижу. Она в полуобмороке была. Я год боялась выйти на улицу. Еще один последний раз твои глаза. Здесь ты, мой свет, бродишь, голову склоня. И дай же ответ, что не позабыл меня. Ведь писем нет, вот уже 4 дня. Милый, не греши, напиши. Эту песню каждый раз я исполняю, когда Алексей не отвечает мне ни в одном мессенджере в течение 20 секунд. Таня Буланова из «Света вокруг света» завершает парад интервью на этой неделе. Я не понял вообще, что это было. Оно вроде бы прикольное, классное, но... Начало интервью мне вообще не понравилось, потому что, а ты помнишь? А вот это помнишь? А это помнишь? Ну, это классическая подводка «Света вокруг света». Зато смотри, как она оживилась спустя несколько своих работ. Вообще, мне кажется, Свете нужно просто ходить в формате «Пока все дома». Пошел, что называется, лесом этот господин хороший Кизяков. У нее правда хорошо получается ходить по гостям у своих друзей брать интервью. Но если она будет чуть больше рассказывать про те истории, когда она говорит «А ты помнишь?», это... Интервью получится интервью, а не просто как будто ее муж снимает посиделки на кухне. А по мне интервью получилось. Я, возможно, предвзято отношусь к творчеству Тани Булановой, потому что еще в далеком 1994 году, когда я на конкурсе «Утренняя звезда» исполнял песню Галины Романовой и Олега Газманова «Мой моряк», меня девочка 7 лет держала за ручку и песню «Не плачь» пела мне. Я знал просто весь репертуар Булановой и, мне кажется, пел... ее вместе со всей нашей необъятной страной. Стоять, Алексей, я уже вижу это лицо. Аргумент номер 2. Тебе не показалось, что Таня Буланова и Ида Галич — это один типаж? У них одинаковый легкий дефект речи, просто Ида немножечко слова так быстро живет, но она работает уже, у нее сейчас это пропадает. Но в самом начале своей карьеры Галич разговаривала именно так. Эти же пухленькие губки, эти же, знаешь, такие узенькие, но очень широкие одновременно глазки, стрижка, понимаешь? Теперь я точно знаю, как Ида может выглядеть, когда ей будет за, так сказать... Понял, да? Теперь это интервью выглядит смешнее, потому что я представил, как Ида Галич спустя несколько лет дает интервью какому-то новому интервьюеру на тот период, рассказывая о том, как они в десятых зажигали с Настей Ивлеевой. И я думаю, что Света Бондарчук доберется-таки и до дружбы с Ивлеевой в том числе. Уж к этому-то времени точно. Я Буланову обожаю. Ну, честно. Она единственный, мне кажется, представитель шоу-бизнеса, который не постарел ни душой, ни в подаче, ни в репертуаре. Ну, вот нравится она мне и все. Вот эта вот легкая тонюсечность, которой нет ни у кого. И голос, кстати говоря, никуда не делся. Потому что в конце программы, слушай, ну, несмотря на расстроенный рояль, несмотря на относительно не попадающий в ноты аккомпанемент, что, кстати говоря, не грех мужа Бондарчук, а именно расстроенного инструмента. Как только она запела, честно, у меня побежали огромные мураши, а Бондарчук и того заплакала. Я с удовольствием посмотрел эту работу и скажу этому интервью да, еще раз да. Ясный мой свет, наконец-то. Я понял, я подниму в любом случае табличку, да, даже по... Просто потому, что я услышал песню «Лучик, ты мой свет» на китайском сегодня. Если кто еще не слышал этот венец творения, то послушайте. Кринжово, реально кринжово. Я еще не понимаю, почему это не стало хитом в ТикТоке. А знаешь, почему в ТикТоке не стало? Потому что Буланова не любит ремиксы. Она об этом и сказала. Говорит, ну, отжило, я буду петь старые версии. Но по-новому метла замела. Ой, Танечка, спасибо большое. Прям удачно было, удачно. Зашла. 5 дней максимум. Мне столько всего тебе хочется рассказать, мне столько всего произошло в жизни. Он был прям профессиональным альфонсом. Да, профессиональный альфонс, просто пятюня. Я от тебя уйду, и ты будешь ходить вокруг меня и просить вернуть. Надежда Стрелец запустила свои стрелы в Иду Галич, и они таки долетели в самое сердце, если честно. Но, во-первых, сразу интервью, как мне показалось, не задалось, так как Ида перетягивала одеяло на себя, смеясь над собственными шутками. Мне кажется, это фирменный стиль Иды Галич в интервью. Она делает это на всякий случай, чтобы потом наложить закадровый смех. Вот дальше интервью меня завлекло. Во-первых, недавно я посмотрел
сериал «Капельник». И когда я увидел в роли сценариста Иду Галич, у меня немного челюсть такая, типа, а что? Она же вайны снимает, она же с Настей Ивлеевой винишко распевала. Но не тут-то было. Какое же клишированное представление у тебя, Алексей, об Иде Галич. Они уже очень давно с Настей ни хрена не снимают. С момента «Есть вопросики», мне кажется, вообще не виделись, когда Настя у нее была на интервью. Мне интервью от раза к разу Идины нравится. Единственное, что я уже, если честно, подустаю слышать о том, как она рассказывает, что она уже поменялась. Ида на самом деле парадоксально умеет сохранить старое и все-таки внести органически новое что-то. То есть от этого старого не отказываясь. Она сама об этом говорит. Нет, я, конечно, могу попердеть подмышкой для рейтинга, но я уже другая. А вот история как раз с капельником меня удивила. И удивило меня то, что Стрелец по факту не дожала дополнительными вопросами. Мысли не дожала. У меня как раз таки челюсть, я отвисла. Ида Галич заговорила про наркотики. Мы против наркотиков. Вообще наркотики зло. Вот. Всю эту историю с капелькой она списала практически из себя. И даже пример привела, поздравляя подобного человека, как главный герой «Капельник», она: «Христос воскресе, а вы приедете сегодня, меня прокапаете?» Интервью с Идой Галич получилось супер классным, потому что тот инфлюенсер, которого вы привыкли видеть смешным, в вайнах и прочем, рассказывает не только про себя, а про то, как он сделал работу над собой, что он, какие выводы из этого извлек, и теперь, ну, мы видим совершенно другую Иду Галич. И мы все, и сверху все просто офигели от масштабов того, чего мы увидели. А именно, 52 блогера выявлено прямое финансирование, задумайтесь, 52 блогера, которые получали деньги, эти все финансовые потоки зафиксированы из фондов американских, там, европейских, которые как раз и занимаются, в кавычках, развитием там, демократии, так назовем. Но это как раз те фонды, которые созданы для подрыва наших ценностей. Моргенштерн там один из главных. Манучи и Дмитрий Носов. Подожди. Да, давай. Дмитрий Носов и Манучи, Слава. Вячеслав. Вячеславище. Кстати, он поменялся. Кстати, да. Ну, кстати, теперь он опять вернулся в канву про человека. Может, то, что он в отпуске? И мне сидит? Это, если честно, нравится. Ему идет больше. Угу. Потому что вот этот вот «пусть говорят» и прямой эфир, ну, как бы ему прям совсем не подходит. Ну, люди привыкают ко всему, включая информационную повестку. Как тебе Носов? Быстрее говори. Носов клевый чувак. Ну, он объективно адекватный. И все его слова, но они не то чтобы конкретные, а он действиями приводит, почему он именно так считает. На самом деле, вот если сравнить два похожих, на мой взгляд, типажа, я бы посравнивал его с Певцовым. Вот насколько, знаешь, как «Орел и Решка». Вроде бы об одном и том же. Но по-разному. Да, как шампанское и буратино. Пузырьки разные. Вот. Хотя на вид то же самое. Дмитрий Носов, он не просто как бы говорит. Он показывает: я школу сделал. Не одну, а там уже 10. Один филиал есть за границей. В своем виде спорта я знаю, что вы активно помогаете молодежи. Расскажите про это, пожалуйста. Ну как активно? Я просто создал свою сеть школ. 10 школ. Что это за школа, расскажите? Школа единоборств. У меня даже есть художественная гимнастика и танцы. Как и это даже вообще? Мама и малыш. Как с это полугода, произошло? С полугода. Ну, это семейная история, да? Ну, да. Дети, рождение ваших детей. Это крутая история, когда женщина родила, она сидит, тухнет, с ума сходит, а тут она приходит с ребенком, делает физические упражнения специально. У вас это как зародилось? Именно так же? Есть такое маленькое предложение, не на правах рекламы, все нормально, проверить его слова. Давай. Для зрителей объясню. В интервью Носов сказал о том, что пенсионерам обучение в его школе бесплатно. Надо это действительно уточнить. Вообще, по-хорошему, по старой доброй традиции Елены Александровны Летучей, надо бы отправить туда какого-нибудь пенсионера. Проверить на пыль? Не сразу отвечают. Здравствуйте. Меня... О, отлично. Я как раз в нее и звоню. А какие направления есть для пенсионеров у вас? Я хочу записать своего отца. Просто общая взрослая группа дзюдо. Общая группа дзюдо. А сколько стоит? Да.
пока группа не начала еще работать, вот собираем, да, так. Но пока группа формируется, это будет бесплатная группа. Все-таки для пенсионеров у вас есть занятия, правильно? Дмитрий Носов говорил в интервью, правильно? Вероятнее всего. Ну все, спасибо. Я вам, как надумаем, наберу, хорошо? Соврал или не соврал, я не понимаю. Ну, по ходу дела нет. Он тут же сказали, что да, группа еще не собрана. То Но есть... они, тем не менее, бесплатно и функционируют. Да. Ну и супер. А что номер-то не оставил? А у меня как бы некого записывать. Если у вас есть кого записать, напишите нам в комментариях. Леша, так сказать, по проторенной дорожке быстро договорится. Слушай, ну уважуха на самом деле, да? Мне также очень понравилось, что Носов действительно какие-то локальные решения предлагал для спортсменов. Например, в отсутствие Олимпиады для разных видов спорта, да, и разных спортсменов. Он предлагал какие-то альтернативные решения, поскольку, ну действительно, ну о чем мы говорим? Да, мировые соревнования. Альтернативные не организовать на таком же уровне, это хотя бы на таком денег. Же. Это очень много денег и очень много сил. Вот он привел же нормальный пример. Зачем это Китаю? Чтобы они в очередной раз показали, что американцы какие-то другие? Так они и так и об этом знают. Там и так далее. Их очень много, этих соревнований. Нет, ну, например, Олимпиада азиатская. Или там Олимпиада стран Востока. Смотрите, допустим, возьмем... Вы говорите Олимпиаду, да, альтернативную. Давайте возьмем китайцев, наших друзей, да, в кавычках. Ну почему? Ну, относительно друзей, они свои там выполняют национальный интерес. И китайцы скажут, а зачем нам какая-то еще Олимпиада? Наши спортсмены на эту поедут. Зачем нам еще какие-то Олимпиады, чтобы просто Америке там кирдык очередной вставить? Например, предложение называть улицы именами спортсменов после того, как они становятся чемпионами России, мне кажется, все-таки, если отнестись рационально, оно такое себе. Объясню почему. Потому Но что... в новых кварталах можно? Ну, в новых, наверное, может быть, да. Но вот в старых, да, то есть, ты представляешь, спортсмен победил... И набережную канала Грибоедова переименовали в Васечкино. Ага, и тысяча, а то и добрые десяток тысяч людей теперь идите в паспортный стол и менять свою прописку. Это немного неудобно. Вообще неудобно, я бы не согласился. Вот, но в целом очень-очень было приятно послушать умного спортсмена, я говорю, да. Я тоже, ну, слушайте, тут прям без каких-то либо комментариев, смотрите... На реальный пример того, как надо не просто сидеть без дел, а говорить и делать. Пока ты без дел. Всем привет, друзья! С вами Настюшка Опасности, Настюшка Доброта, это агент Шоу 3.0, дачный сезон. И сегодня у меня в гостях одна из самых популярных блогерш на российском Ютубе, Анастасиз. Ура! Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Та-та-ра-та-ра-та, где-то на стене. Не, крылья растворились. Это ты смотрел, а я уже в этот момент ходил в институт. У Анастасии Ивлеевой известный блогер Анастасиз приехала посетить дачу и агент-шоу. В этот раз к Насте приехал ноунейм, которого было интересно слушать, а не те, кто приезжали до этого. При всем моем большом уважении. Но даже я, как эксперт, могу сказать, что мне стало немножечко стыдно. Вот что означает пропасть между одним поколением и другим. Ни разу, несмотря на 5,9 миллионов подписчиков в Ютубе, я не интересовался инфлюенсером Анастасиз. И как же меня Ивлеева на этой неделе порадовала. Доклад следующий. Анастасиз начала свою карьеру в Ютуб порядка 8 лет назад. Свой YouTube-канал она не чистила, проверку прошла у Анастасии Ивлеевой, а выкладывать видео она стала о своих переживаниях подростка. На минуточку, ей 23 года. Все верно. И самое главное переживание, с которого трафик-то появился, это история про экстремальное похудение на 34 килограмма. Да, но это не потому, что у нее была цель это похудение, а у нее было заболевание, анорексия. Оно психологическое. И с восприятием себя как к окружающему миру. И особенно мне запомнился вопрос Ивлеевой по поводу того, а почему ты не давала большим интервьюерам
интервью на эту тему. И вот здесь я понял, что мозги там не просто есть и на коклюшку завиты. Она действительно умная девчонка. Выяснилось, что у нее так-то 5,9 миллионов, и она копила на квартиру при помощи монетизации рекламы до отмены монетизации. Но YouTube вообще не давал. Вот тут с первой рекламой можно Анастасис поздравить. Ну и, конечно, надо сказать, что конкурсы у Ивлеевой раз от раза все в программе-то смешнее. Но самое классное, это, конечно, когда исполняются вот так вот невзначай детские мечты одного маленького большого человека. Человек из прошлого, Нюта Байдавлетова. А давай, кстати, позвоним, что это мы? Нюточка, дорогая, привет. Привет, очень рад тебя слышать, не отвлекаю? Нет, да, тоже тебя очень рада слышать. Вот набросов, Лёш, тоже тебе тут машет. Мы прямо с интервью об интервью тебе звоним, расспросить все про инфлюенсера Анастасис. Что же за история такая была с обменом палочками? Ну, это было, наверное, несколько лет назад, лет 5 или 6, когда Анастасис, по-моему, я не знала ее как блогера, но она уже снимала ролики на YouTube. И какой-то ролик сняла, где рассказала историю о том, что она была фанаткой ранеток, вот, и очень сильно любила меня в группе, и пришла на концерт, когда ей было 10 лет, чтобы вручить мне, подарить палочки барабанные. И постеснялась. Просто так вот, сделать подарок. Ну, не то чтобы постеснялась, так как мы в то время прям, ну, очень много людей было, и она просто физически не смогла передать эти палочки. То есть мы выступили и ушли со сцены. Она думала, что у нее будет вот именно контакт с группой, вот, но у нее не получилось. Но вы потом переписывались, а почему не встретились? Я помню, я ей писала, говорю, давай встретимся, она давай, и потом я говорю, а что же случилось, почему мы не встретились? Она говорит, а я стеснялась, представляешь? Ну, расскажи, какая она в жизни? Она такая же, как на экране у Ивлеевой, или все-таки есть там такая дерзость, подростковость, уже переходящая в большое инфлюенсерство? Не, она очень искренняя девчонка, и вот какая на экране, такая, собственно, и в жизни. Какие эмоции ты испытываешь, когда в кадре выступаешь как крестная фея, или, знаешь, там, как Бритни Спирс для таких больших звезд, которые на самом деле... Вот, понимаешь, вот парадокс, да? Вроде бы большой инфлюенсер, а ты для нее так много значишь. Ну, не особо ты этот момент понимаешь, на самом деле. И я когда выходила и видела реакцию Насти, Анастасис именно, я так чуть-чуть, как будто бы до меня не доходит. То есть я не понимаю, почему на меня идет такая реакция до сих пор. Поэтому, ну, и мне все время хочется успокоить человека, потому что мне кажется, что я, ну, что-то я сделала не так, почему человек плачет. Я тебе могу сказать, что итоговый выпуск, который я смотрел, я, во-первых, был так рад тебя увидеть, во-вторых, я открыл для себя Анастасис, потому что до этого выпуска я вообще не знал. Ну и могу тебе сказать, и как продюсер, и как твой друг, я знаю, почему Анастасис плакала. Не потому что ты в ранетках участвовала, а потому что маленькая мечта большого человека, уже конечно, большого, сбывается. Конечно, я это прекрасно понимаю, потому что сама испытывала примерно такие же чувства, когда со своей любимой группой увиделась. Это незабываемые эмоции. А это что за группа была? Tokyo Hotel. А, вот почему вопросы появились про, про Густика. Да, 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 да. Я понял тебя. Там была подсказка, что это любимая группа, да. Ну вот! Почему этому интервью я однозначно скажу, да, Ивлеева, спасибо, просто Ивлей Джан, это лучшая работа в этот сезон, практически такой же, как моя работа, не твоя работа. Моя работа хороша, а это интервью еще лучше. Настя Ивлеева, Анастасис и вот этот вот звонок растопило сердечко, и думаю, что вам тоже это обязательно должно понравиться. В коем-то веке новые инфлюенсеры по-новому метут очень тут бодренько. Родилась в Украине, выросла в Донецкой области. Я много читала книг, у нас дома не было телевизора. Ну, мы жили бедно, тогда все жили бедно. Я пела в церковном хоре. Я просто помню, мне было очень грустно от того, что я там не могу сказать
папа. Очень важно донести ребенку, что он не безотцовщина. О, мама меня воспитывала достаточно строго. Мы не поехали в Дубай, не убегали из страны. У меня мама какое-то время боялась просто, ну, самолет летел. Я вообще не понимаю, зачем покупать недвижимость. Вот зачем мне 70 миллионов рублей в конкретное место вкладывать, чтобы что? А помнишь предыдущий выпуск, где я говорил, что что-то нас ждет? Да. А предыдущий, что что-то нас ждет? Да. Вот он и наступил. Юлия Коваль у Мадонны Мур. Это было не в стиле Мадонны Мур, это было портретное интервью дома у гостя, то есть у Юлии Коваль. Между прочим, Юля сама на этом настаивала и сказала, что покажет впервые дом, впервые сына, впервые быт, Луи, рыбку суши, гардеробную, детскую комнату. И как-то мне кажется, что все удалось. Спойлер. Интрига заключается в том, что я видел предмастер. И знаешь что? Юля практически ничего не вырезала. Да ладно. Оставила все как есть. А это означает, что вы наконец-то, дамы и господа, что является моей отдельной, конечно, гордостью, можете посмотреть на Коваль вне контекста проекта Travel Show, вне контекста ее блога и вне контекста наследников и самозванцев. И вне контекста подруги Насти Ивлеевой. Она здесь мама, которая умудряется найти общий язык со своим подрастающим сыном. У него есть психолог, он выбирает те занятия, которые ему нравятся. Так в его жизни появился арабский, который он сам захотел выучить. И в целях ознакомления с этим языком, погружением, она его недавно даже свозила в Объединенные Арабские Эмираты. Что является очередным подтверждением того, что Коваль идеальная мать. Всем бы такую мать. Что тебе стоило бы, Алексей, обратить внимание на то, как Юлия Коваль свою карьеру на телевидении начала. А начала она с того, что была корреспондентом на Матч ТВ. А ты помнишь, как она попала на Матч ТВ? Нет. После окончания одного из высших учебных заведений она все-таки пошла по коридорам известного телецентра и... изобрела на Матч ТВ и организовала себе кастинг, достав по ходу всю съемочную команду. Не то что достав, этого кастинга в помине не существовало, но харизма, широта кругозора и огромный объем знаний позволил Юлии Коваль на 2 года там задержаться, после чего она отправилась в тревел-трип с Анастасией Ивлеевой уже на другом канале. Масло масляное, тревел-трип, но достать человека, с кем хочешь работать, ну, знакомый шаблон, знакомый. Да, где-то я уже его видел. Я буду здесь предвзятым, правда, но я чисто по-человечески скажу да, потому что именно в этом интервью лично для меня Юля раскрылась... Да как человек, она по-человечески объяснила, кто она, откуда, где провела свое детство, как она взрослела, как она оказалась в Москве, откуда у нее появился сын, откуда у нее знания турецкого языка. Вообще, по-моему, это первое интервью Коваль как... отдельного человека, не просто там подруга чья-то, участница чего-то, а вот просто Юлия Коваль, инфлюенсер, блогер. Короче, да-да-да-да-да-да-да-да, батина сердце очень гордо. Однозначно, гордо. Да? Мадонна, что не интервью, то лайк очередной. Мне кажется, настало время чуть-чуть получше телезрителям узнать, кто ты такой. Этого я и боялся. В завершении нашего выпуска, да, так сказать, под гранд-финал, мы хотели с вами обсудить интервью Александра Асташонка. Но в самый последний момент мы решили поменять работу Яны Чуриковой с Асташонком на работу с Даней. Даней и с Даней Дуэрти. Это соведущий Яны Чуриковой в проекте «Фабрика». И вот почему. Давай, во-первых, объясним зрителям, кто такой Даня Дуэрти, если вы не знаете. Это фанат номер один «Фабрики звезд» в России. Такого человека второго нет в стране. Он самостоятельно оцифровал все видеоархивы «Фабрики» и выложил это в YouTube. И сам начал общаться с участниками «Фабрики звезд», написал личное сообщение Яны Чуриковой с просьбой там сделать какое-то приветственное видео, чтобы он выложил это на канал. Все это привело его к тому, что человек, который из маленького городка Кирова делал
вместе с Яной Чуриковой проект, который мы все с вами смотрим. Мне с первого вопроса стало понятно, что это интервью стоит обсуждать, потому что Яна задала, наверное, главный вопрос. Как ты думаешь, почему тебя взяли? Надо сказать, что это интервью подстава. Даня не знал, что такая штука будет задумана. И об этом, судя по всему, знала вся команда. Да. И вот где-то между выпусками они сели, и Яна начала его интервьюировать. Благодаря этому интервью, несмотря на то, что Даня сопротивляется, Яна вот ему объясняет, а зачем эта информация нужна и кому она нужна, что она изменит, эта информация. Дань, честно, хочется обратиться к тебе. Изменит. И, во-первых, изменит вот что. Твоя история, мне кажется, может стать очень важным подспорьем для восприятия остальными ребятами, которые оказались в этой ситуации. И поэтому об этом действительно Яна права, нужно было рассказать. Ну а как герой, персонаж и ведущий, ты открываешься с другой стороны. Надо иметь неплохой запас нервов и стальные яйца для того, чтобы делать это бесплатно, для того, чтобы делать это настолько долгое время. И правда, Дань, почитай комментарии на музыкальном архиве, как тебя благодарят. Здесь благодарят по факту, да, за сохранение информации, но эту информацию сохранил ты, и тебе положено абсолютно это присвоить. Я с огромным удовольствием буду продолжать наблюдать проект «Фабрика» с Яной Чу и Даней Доерти. Я очень надеюсь, что такой титр в скором времени появится. Тем более, что Яна анонсировала в этом интервью, Дань, для тебя работу еще как минимум на 6 сезонов, потому что есть вторая фабрика, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Ну круто же. И восьмая, кстати говоря. Где только ребята архивы достанут, интересно. Восьмая она есть, да? Ну, конечно, выходил на Муз-ТВ. Он рассказывал об этом полсезона! Я рекомендую посмотреть это интервью. Я тоже рекомендую. Данька, спасибо тебе огромное. И спасибо, что не отказался. Правда, знаешь, да. Ты крутой. Та лирика, которой сейчас не хватает. Короче, да-да-да, еще раз да. Которые я пишу, поет огромное количество человек в унисон со мной каждое слово. Я не могла мечтать о большем, наверное. Мэри Гу, Мэри Гу, Мэри, 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 Мэри Гу, Мэри Гу. Мне кажется, Лаура Джугелия на этой неделе и сама-то не ожидала, что в итоге у нее выйдет. А вышла Мэри Гу. Не из нее, из ее проекта. Ну и что там у нашего Бенни Хилла джугелевского? Шок — это первая эмоция после просмотра данного интервью. Насколько человек не просто самостоятельно себя сделал, а то, в каких обстоятельствах она выросла. И большое спасибо Лауре за данную работу, поскольку это ядерно яркий пример того, что бы с вами ни происходило, в каких обстоятельствах бы вас не ввергала жизнь, и вы бы не прорастали сквозь бетон, как яркий цветок нашей эстрады Мэри Гу. Верьте, у вас все получится. Главное заложить правильный фундамент. У Мэри Гу супер неординарная история, которая, ну, еще раз, ввергает в шок. И в 13 лет у нее посадили маму первый раз. Но это не помешало ей стать звездой. Потом у нее случаются супер абьюзивные отношения, в которых она чахла, тонула. И ее нужно было спасать, но она сама этого не хотела. И она признается Лауре, что как бы она понимала, что человек неадекват. Но она его любила. За счет всего вот этого мы теперь можем наслаждаться ее творчеством. Я правда открыл для себя новую певицу. Я открыл для себя Лауру как крутого интервьюера. Это интервью для всех тех, кто хочет добиться своей мечты, невзирая на обстоятельства. Поговорка «пригодился там, где родился» — это не ключ к действию. Иногда есть другие варианты. Я с Лаурой виделся за сутки до выхода интервью. Она мне сказала, что этим материалом она действительно довольна. И ты знаешь, в карьере любого артиста, любому продюсеру этого артиста хочется пожелать именно таких интервью. Такое интервью в свое время у Лёши Житковского состоялось с Ириной Шихман, где он открылся совершенно с другой стороны. И вот парадокс, да? Ты можешь стараться исполнять материал, писать
писать его, рассказывать свои истории в надежде, что твою метафору кто-нибудь поймет. Но только хорошее интервью с хорошим охватом, при условии, что есть виральный какой-нибудь канал уровня Fame Time, позволяет сложить в ушах слушателя и в глазах зрителя тот пазл, который должен сложиться для того, чтобы звезда была оценена по достоинству, а не поверхностно, как, знаешь, верхушка айсберга. Этому материалу я тоже скажу «да», шутить здесь не хочется. В общем, Мэри Гу, Мэри Гу, Мэри Гу, ты молодец, и Лаура тоже, ты молодец. Что-то веет Новым годом. Короче, посмотрите, это добрая история о том, что все может быть. Это, мне кажется, самое лучшее интервью, хотя бы потому, что здесь сталкиваются, встречаются и разговаривают два поколения молодых и очень молодых инфлюенсеров. Мэри Гу и Лаура Джугелия заняли первую строчку нашего пьедестала, а все потому, что неважно, в каком окружении ты растешь, главное, цели, которые ты перед собой ставишь, и следуешь своему пути, несмотря ни на что. И вы тоже следуйте своим целям, достигайте и воплощайте свои желания в 2023. Ну, а увидимся мы с вами уже в новом, я надеюсь, Алексей, третьем сезоне, если ты меня, конечно, до конца не доведешь и не вывесишь. А он уже будет ровно через неделю, поэтому не забывайте на нас подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии в ВК, в Дзене, в Ютубе, в Рутубе, везде, где только нас найдете. Не забывайте про нас и до новых встреч. Пока-пока. И не забывайте похмеляться рассолом. Это супер. Чего я вам и рекомендую сделать.